Realme представляет. По мотивам реальных историй Realme Community. Заявка. Сейчас 4:15, сынок. Виктория должна была уйти в 4. У Сегуры в 9 вечера. Да. Я знаю. Извини, пап. Моя машина барахлила. Это машина с 6 струнами? У машины нет 6 струн, пап. Извини, я... Не волнуйся, ладно? Заказ будет готов через 5 минут. Да, хорошо. Да, у нас есть 3 заказа в приложении, но я не могу их просмотреть. Да, хорошо, я посмотрю. Я обновил его 2 дня назад. Эй, послушай, я знаю, что пока успехов немного, но семейный ресторан – это мечта. Убедись перед уходом, что ты выключил вытяжку. Счета за электричество убивают меня. Алло? Арло, это Тори, менеджер Мейсона. Привет, Тори. Послушай, мы получили твою заявку. Да, отлично. Я быстро. Мы пока не приняли никаких решений относительно того, кого возьмем в тур, но сейчас мы выбираем между тобой и еще одним артистом. Ого, ну это замечательно. Ты, честно говоря, мой фаворит, и мне нравится твоя музыка, твое видео было великолепным, но нам нужно послушать тебя вживую. И я знаю все в последнюю минуту, но это одна из тех ситуаций, когда у тебя не так много времени. Так что я была бы рада, если бы ты пришел и сыграл для Мейсона сегодня вечером. У него что-то вроде секретного шоу, наверное, и мы хотим посмотреть, на что ты способен. Ты хочешь, чтобы я сыграл для Мейсона сегодня? Мы уезжаем в Детройт, так что это единственное время, которое у нас есть. Ты сможешь прийти к 9? Ты тут? Да, я приду. Перезвони по последнему номеру, с которого мне звонили, и дай мне, пожалуйста. Нет, это подождет. Пожалуйста, это не может ждать. Я просто перейди к последним звонкам внизу. Арло? Тори, привет. Мне так жаль, у меня не получилось прийти сегодня вечером. Произошел несчастный случай, теперь нет, у меня проблемы со зрением. Я едва тебя слышу. Мне жаль, что мы не смогли встретиться, продолжай делать музыку.
Доктор Брайан слушает. Скажите, по шкале от 1 до 10. Что ж, при любом повреждении роговицы вы будете испытывать отек и воспаление, которые могут привести к ухудшению зрения. К сожалению, мы пока не знаем, насколько серьезна травма. Ваше зрение может вернуться через неделю, а возможно, это необратимо. Вам лучше всего не снимать повязку. Посмотрим на динамику в течение нескольких дней. Завтра вам позвонят из клиники узнать ваше состояние. Держитесь. Я подумал, мы могли бы вместе разработать новое меню. Ты мог бы придумать какие-нибудь новые фишки, которые привлекли бы людей. Мы поговорим позже, хорошо? Отдыхай. The light is gone. I still the sun and steal it. Doesn't kill you, makes you strong enough to walk through the fire without giving up. У меня буквально мурашки бегут по всему телу. Ты только что это написал? Да, моя лучшая замена живому выступлению. Прекрасно и удивительно. Я должна связаться с Мейсоном. Я позвоню ему. Да, давай сделаем это. Он должен это услышать. Невероятно. Привет. Как самочувствие? Нервничаю. Нервничаете. Я вас понимаю. Хотя чувствуете себя хорошо. Наверное, приятно наконец-то ее снять.
Испытываете какой-либо дискомфорт? Неплохо. Глаза здоровые. Надеюсь, ваше зрение восстановилось, и у вас новое видение. Я тоже. Приходите провериться через пару недель. Ладно? Хорошо. Спасибо, доктор. Пожалуйста. Удачи. С возвращением, сынок. Семейное заведение. За солнцем. Вдохновлено историей Ахмеда Арифа.